быть открыт к чуду. То есть вы думаете, вы верите ложно, что чудеса невозможны, или думаете, что чудеса могут быть сложно сотворены, или вам нужно очень Я много так не считаю. да, или там много надо преодолеть, например, чтобы чудо случилось. Да, там есть карма, есть опыт и все такое, это понятно, да. Но что чудеса это возможно, вот это первое, то, что тебе сказали, что это возможно поверить, и второе это сотворить. Что ты сотворяешь свою реальность. То есть сотворяешь это чудо, это не Бог. Ну, то есть это Бог сотворяет, но это ты сотворяешь, Бог в тебе сотворяет это чудо. Он говорит, что это никто за тебя выбор не сделает. А только ты будешь выбирать всегда, как тебе проживать свою жизнь, как тебе ее сотворять. Потому что ты и есть творец. То есть Бог творит через тебя. То есть Бог играется через тебя. Он может играться как угодно. Соответственно, ты можешь играться как угодно внутри этого опыта. То есть душа выбирает то, что душа выбирает, это железно. Это все как бы прописано. А играться в это можно как угодно. И, соответственно, ты можешь менять любые абсолютно. Он показывает параметры. Он опять показывает бесконечность возможностей, вариаций проживания этого события.